26 сентября по 14 ноября к омбудсмену по вопросу ошибочной мобилизации обратились 1834 жителя региона. В итоге домой возвращены 39 человек. 7 из них получили отсрочку по состоянию здоровья. 7 являлись многодетными. 16 были забронированы, еще 9 получили отсрочку по иным основаниям. Кроме того, по ходатайству Юлии Судоренко отменены решения призывных комиссий в отношении еще 28 мобилизованных. Из них 16 многодетных, 10 были забронированы. Принимаются меры по их возврату. На текущий момент число обращений на горячую линию уполномоченного по правам человека снизилось на 43%.